Синоптики обещают, что в майские праздники к нам наконец придет весна. Ну а пока не забывайте брать с собой зонтики и тепло одеваться. 27 апреля в Сарове утром облачно с прояснениями, плюс 7. Днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла. Но уже к вечеру нам обещают дожди и всего плюс 6. Ветер западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде малооблачная погода без осадков. Утром плюс 7, днем 12-14 градусов тепла. Порывы западного ветра будут достигать 7 метров в секунду, но уже к вечеру ожидается затишье и плюс 6. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В столице утром без осадков и плюс 5. Днем ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 13 градусов тепла. Ночью плюс 7. Ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.